В апреле сотрудники областного департамента полиции арестовали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. 29-летний гражданин, вступив в сговор с неизвестным лицом через социальные сети, хранил незаконные наркотические средства и продавал их на территории города. В ходе проверки в квартире подозреваемого было обнаружено 68 пачек наркотиков, содержащих мефедрон весом более 86 граммов. Помимо конфискованных запрещенных предметов, также были найдены специальные электронные весы и упаковочные материалы. Подозреваемый оправдывался тем, что пошел на такое противоправное деяние из-за нехватки денег. Однако в ходе специальной экспертизы выяснилось, что он также страдает наркозависимостью. Подозреваемый полностью признал свою вину. Руководствуясь статьями 387, 390, 393, 395, 398, 401 Уголовно-процессуального кодекса Республики Астан, суд приговорил признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренным пунктами 1, 3 и 5 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Астан и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.